Здравствуйте! Снова вы на канале «Наше житё». С вами Борис Кунин. Прежде всего, опять же, спасибо тем, кто проверил свою подписку, потому что отнимание подписчиков вроде как приостановилось, и они стали возвращаться. Ну и заранее спасибо тем, кто в ближайшие часы или дни подпишется на мой канал, для того, чтобы все-таки к Рождеству, к Новому году была, вот, ну, нравится мне эта круглая цифра. Первая, пожалуй, первая было 100 подписчиков, когда сам YouTube меня поздравил. Но 500 все-таки поприятнее. Не знаю, будет ли YouTube поздравлять, но самому точно будет приятно. Так что, пожалуйста, те, кто слушает без подписки, а таковых от 85 до 90% моих слушателей, сделайте доброе дело, вам это ничего не стоит. Тем более, вы же все знаете, денег я не просил, не прошу и просить не собираюсь. Ну, а если кто-то поделится или тем более напишет комментарий, не в первый раз повторю, что комментарии мне очень нравятся, любые. Но это вносит определенное разнообразие и в саму жизнь, и, так сказать, в понимание того, в каком мире мы живем. Вот по поводу как раз этого мира, наверное, давно нужно было бы объяснить, особенно постоянным зрителям, подписчикам моего канала, свое, так сказать, неравнодушное отношение, что в кавычках, что без, к Юлии Латыниной. Но начну немножечко, не то чтобы издалека, немножко с другого. А именно, мне всегда нравилось... если хотите, совершенство. Или, говоря менее высоким штилем, мастера своего дела. То есть не ремесленники, коих хватает, а именно мастера с большой буквы. И в данном случае, для меня, в крайнем случае, уже не столь важно вот это мастерство со знаком плюс или со знаком, естественно, со знаком плюс куда лучше. Но и со знаком минус мастерство все-таки... как минимум достойно, если не уважения, то упоминания о нем или, так сказать, обращения внимания на это. Не так много мастеров вокруг нас. Вот попробуйте, задумайтесь. И в ряду, скажем, или среди тех, всех тех, кто на Ютубе, как написал один мне из комментариев, ты чего тут со своими там 470 на тот момент было вроде подписчиков? Ты чего типа рот открываешь на Латынину, у которой 800 тысяч, или на Фейхину, у которого 1 700 000? Так вот, из всего того многообразия, которое, я в крайнем случае в курсе этих персон и так далее, я хотел бы выделить в разряд мастеров, занести вот буквально следующих. Андрей Илларионов, Марк Солонин, Михаил Веллер, кого-то же еще, подождите, Солонин, Илларионов, Александр Невзоров и Юлия Латынина. Вот такая пятерка. Значит, Андрей Илларионов прекрасный, блестящий экономист и, пожалуй, еще более блестящий аналитик, как, в общем-то, в международных делах или больше в американских, так и то, что касается экономики. В общем, у него все вот по полочкам, все аргументировано, он тратит, как я понимаю, много времени на это, за что ему, как говорится, честь и хвала и низкий поклон от меня. Слушать его, может быть, не всегда, скажем, большое удовольствие, такие сухие вещи, к этому нужно быть предрасположенным. Но, тем не менее, в крайнем случае, воды и какой-то отсебятины у него точно нет. В следующем Марк Солонин, тот непревзойденный, на мой взгляд, все сугубо субъективное, сугубо личное мнение, никого не призываю с этим соглашаться и тем более поддерживать. Марк Солонин, все, что касается
Второй мировой войны, выходящий из-под его, хотел сказать, пера. И, ну, собственно, пера там где-то тоже, но то, что на Ютьюбе. За исключением парочки, как говорится, его видео, которые, когда он полез не в свою сферу, так вот, что все, что касается Второй мировой войны, все, что касается где-то в чем-то авиации, в частности, техники в той или иной степени, тоже, как и у Айронова, разложено, структурировано. Опять же, это не развлекаловка, это не развлекательное видео, но очень, скажем так, познавательное. Никогда не был поклонником литературного творчества Михаила Веллера. Ну, каждому свое. Как говорил когда-то мой отец, царство ему небесное, кому нравится поп, кому попадья, кому поросячий хвостик, а лично я люблю вареники со сметаной, так и с литературой. Ну, предпочтения у всех разные. Но философский склад ума и вот последние месяцы, а то и годы, вот, пожалуй, с момента полномасштабного вторжения России в Украину, философские все эти размышления, нравоучения, если хотите, в хорошем смысле этого слова, Веллера, мне очень близки, порой полезны, иногда даже неожиданны. Ну, то есть, по каким-то вещам, не то чтобы сам до этого не додумывался, но так четко и структурированно, пожалуй, не изложил бы, как это получается у него. Хотя, как тоже писали мне некоторые зрители, его манера изложения, как забивает гвозди в дерево или рубит топором, ну, тоже у кого-то вызывает неприязнь. Ну, так и мне пишут, кто пишет тихо говорить, а кто пишет там зануд. Ну, в общем, чего уж там. Но философ из ныне живущих, из тех, кого мне интересно или как минимум не безинтересно слушать, это, конечно, для меня Михаил Веллер. И это не в плане там подлизаться или... Да какой мне смысл, господи? Ну, про Александра Невзорова здесь как бы он сам про себя, лучше, чем он сам про себя сказал, и не скажешь. Циник, наемник, глубоко и всесторонне эрудированный по очень-очень многим вопросам. То есть где-то, как я понимаю, читал, интересовался, во многих вещах приходилось самому либо поучаствовать, либо быть рядышком и видеть, как говорится, и знать не со слов чьих-то там. То есть, ну, его манера писать, вот я с его телеграм-канала что-нибудь зачитываю жене, не называя, откуда она сажает, но это же Невзоров. То есть это тоже мастер, это тоже яркая индивидуальность, как и трое предыдущих. Ну и последнее, специально, как говорится, поиздеваюсь, она очень этого не любит, когда ее называют по имени-отчеству. Так вот, Юлия Леонидовна Латынина. Это тоже мастер. Но как бы это, я долго думал, как бы это ее охарактеризовать так, чтобы YouTube не забанил это видео и вообще мне, у меня не было проблем. И потом таки придумал. Она самая, пожалуй, на мой взгляд, подходящее для нее определение, это то, как называют женские особи у собак, только с ударением на другом слове. То есть вот патентованная, пробу ставить негде. Никто, как говорится, лучше ее вот этого не делает. Вот она, это вот про нее, вот это вот определение женской особи у собак с ударением на другом слое. И в этой связи хочу сразу сказать, ответить на вопрос, вынесенный в название этого видео, что за ее труды вот эти праведные в кавычках, ну хотя для Кремля они без кавычек, они очень праведные. Если бы она даже не писалась иностранным агентом, все равно недвижимость, там иные какие-то активы ее, как
которые у нее остались, вне всякого сомнения, ну, для меня лично, которые остались в России, она их, пока будет путинская власть, она их точно не лишится, потому что ее заслуги перед Кремлем несопоставимы, извините, несопоставимы ни с кем другим. То есть все эти вот Дмитрий Киселев, там этот самый Соловьев, не говоря уже про Скобееву, Симоньян, это все мелкие, извините, шавки. Они на фоне Латыниной, ну это ни о чем, просто ни о чем и ни о ком. Во-первых, с ними все ясно. Там, как говорится, 3 минуты послушал, и все понятно. Ну и дальше я на уровне, часть из них, я бы сказал, даже на ремесленников не сильно тянет. А уж про мастеров речи быть не может. Ну и в той части, которую многие подписчики, зрители Ютуба считают, скажем, протестной, антипутинской там, и так далее. Опять же, на ее фоне какой-то там Фейгин, Майкл Наки, не говоря уже про там Фарида Курбангалеева, Плющев и многие-многие другие, они тоже очень бледненько. Ну, очень бледненько это все смотрится. Да, Латынина – это шедевр. Я не знаю, хоть и, скорее всего, не узнаю, как вообще это она такой родилась, то есть у нее, скажем, наследственность соответствующая, либо ее такой воспитали, либо она себя такой вырастила. Ну, не буду в третий раз упоминать женские собачьи особи, да? Но она, если берется за что-то, то берется уже... Это не Фейгин. А я вот этого не исключаю. Это может быть, это не здесь. У нее, допустим, Зеленский, последнее особенно время, это диктатор, по сравнению с которым Путин, ну так что-то там, мальчик из подворотни. В Украине все грехи, которые только могут быть в любом, даже не демократическом государстве, не говоря уже про демократическое, все эти грехи в Украине есть. И не важно, что пишут, что и там были построены укрепления, и сейчас они строятся, еще что-то. Она все равно будет утверждать, что укрепления не были построены, поэтому то-то, поэтому... И это касается и Украины, и вообще всего, что она говорит. Той же Америки, в смысле США, выборов президента, характеристики уходящего и приходящего президента. Единственное, что она как-то, в крайнем случае, в последнее время не сильно трогает остальных лидеров, ведущих европейских и не только стран. Но зато по поводу успехов российской армии. И все это так переплетено, все это так подано под таким соусом, что люди, не имеющие опыта, ну, допустим, моего, слышать то главное, что говорят, скажем, говорит тот или иной оратор, естественно, будут писать ей хвалебные, и какой она аналитик, и какой она историк, и эксперт, и угодно. При том, что, извините, будучи филологом по образованию, даже вроде там почем-то защитивший кандидатскую диссертацию, с филологией у нее иногда, ну, проблемы, скажем, такие, которых, не побоюсь заявить, у меня нет, и я бы себе их и представить не мог, такие проблемы. Но, тем не менее, вот в ряду всех перечисленных вот еще 4 человек, на мой взгляд, она стоит по праву, потому что такую не то, что поискать надо, такую больше не найти. Оставайтесь здоровы. Слава Украине! Живи Беларусь! Победы Израилю! И до новых встреч!